Волгограде состоялось открытие гостиницы «Hilton Garden Inn». Новый объект расположен в самом центре города, рядом центральный парк отдыха и стадион «Волгоград-Арена». Торжественное открытие отеля «Hilton Garden Inn» Волгоград стало настоящим праздником для гостей города и важным моментом в развитии инфраструктуры региона в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Сама погода стала символом тепла и гостеприимства отеля «Hilton Garden Inn» Волгоград в день его открытия в городе. Искренние улыбки гостей и живая музыка наполнили праздник радостью. Мировой гостиничный бренд стал частью нового имиджа города-героя. Это в первую очередь знак глубокого уважения каждому из вас, знак уважения к тем людям, кто будет приезжать в Волгоград. Мне очень приятно, что за последние годы мне тоже удалось присоединиться своими коллегами, своими партнерами к тому, чтобы улучшить историю нашего города. Всех без исключения, на чьих глазах это событие происходит. Бренд «Hilton Garden Inn» объединяет более 500 отелей в 80 странах мира. И в каждом гости чувствуют искреннее гостеприимство и заботу. Для них созданы все условия для комфортного проживания. Номерной фонд волгоградского «Hilton» насчитывает 157 номеров различных категорий, в том числе и номера для людей с ограниченными возможностями. В дальнейшем использование этого объекта мы планируем в рамках проекта «Наследие». Наличие, опять же, таких объектов только позитивно сказывается на привлекательность туристическую, на инвестиционную привлекательность, на бизнес, развитие города и области. Интерьеры отеля впечатляют. В холле стены из натурального камня и мха, камин и угол, множество живых цветов. Также к услугам гостей бесплатные Wi-Fi, фитнес-зал и бизнес-центр, круглосуточный бар, просторные конференц-залы для мероприятий любого формата. Город и область нуждаются в таком отеле, такого качества, такого содержания. Почему нам было здесь легко? Да? Мы относим себя к категории того бизнеса, который не только говорит, но вовремя исполняет те обязательства, которые берет на себя. Утонченная изысканность ресторана уже стала одной из визитных карточек отеля «Hilton Garden Inn» Волгоград. Огромный 30-килограммовый торт гости торжества восприняли как символ любви к нашему городу и его жителям. Алена Пузына, Татьяна Крючкова, Анатолий Чернышов, Вести 34.